Ну так, коротко про 9 мая. Полиции очень много, но вокруг памятника ходить не запрещают. На велосипедах тоже можно передвигаться. А к самому памятнику, вернее, то, что от него осталось, это двойной заслон. Забор, там еще полицейский заслон. И дорога вокруг памятника для автомобилей закрыта. Здесь тоже огорожено, даже с другой стороны огорожено. Близко туда никого не подпускают. Там в конце улицы большой автозак стоит, чтобы людей забирать, если кто-то придет на неорганизованный митинг. И везде, где памятники посносили, стоит по полицейскому патрулю. Сегодня проезжал мимо многих мест. Везде стоят полицейские, чтобы никто не принес цветы.